Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова, и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор общественной организации «Проект Наслег», глава Балугурского наслега Чурапчинского района с 2012 года по 2017 год Илья Николаев. Илья Иванович, я рада вас приветствовать. Здравствуйте. Илья Иванович, ваша организация существует с 2013 года, и уже достаточно много молодых людей прошли серьезную подготовку в сфере муниципального управления. В эти выходные стартует новый проект «Школа главы». Расскажите, что это за проект и в чем заключается идея создания именно этого проекта? Так, ну, во-первых, добрый день. Вот этот проект мы вместе со своими коллегами, участниками проекта «Наслег» общественной организации придумали еще в 2016 году, так как в 2017 году очень много муниципальных выборов состоялись в сентябре этого года, и мы придумали проект «Школа будущего главы» именно в сельских наслегах. Вот. И вот этот проект, первый этап, мы реализовали еще в марте 2017 этого года. В первом этапе участвовали 60 молодых людей, которые планировали, можно сказать, да, участвовать в этих муниципальных выборах, на должность главы наслега муниципального образования и выборах депутатов наслежного совета. Там очень много ярких, которые хотят именно свой вклад реализовать в развитии своего наслега. Вот 3 дня мы провели этот обучающий образовательный форум на базе транспортного техникума в Нижнем Бестяхе. Вот. И второй этап мы провели в августе этого года. Туда мы пригласили тех молодых людей, которые зарегистрировались уже как кандидаты на должность главы наслега. Вот, принимали участие 20 человек, из них всего 15 районов нашей республики, да, представители. Вот они обучились, как правильно и правомерно, можно сказать, проводить свои агитационные работы. И в результате этих нашего обучающего форума второго этапа «Школа будущей главы» с 20 человек у нас избрались выпускники, можно сказать, да, 15 человек. 15 глав наслегов в настоящее время уже приступили к своим должностям и работают в своих наслегах, можно сказать. Вот. Но вот третий этап нам инициировали сами. Те, которые избрались главами, да, которые пришли всех направлений народного хозяйства, можно сказать, там есть учителя, там есть сельхозпроизводственники, там есть те, которые работали на исполнительном органе власти, да, есть те, которые молодежные активисты. Вот они раньше никогда не сталкивались именно муниципальной службой, именно работой глав наслегов. Вот они из-за этого инициировали, и мы их предложение приняли. И вот 28 и 29 октября мы планируем провести уже образовательный семинар республиканский «Школа главы». Для действующих и новоизбранных глав. Это получается, человек перешел с другой отрасли и уже начинает работать главой наслега. Это мысль, из-за чего пришло, да, вообще вот этот проект. В 2012 году мы избрались тоже главами наслегов, 10 молодых ребят, которые организовали, да, общественную организацию «Проект Наслег». Вот мы собрались, и у нас очень много вопросов было, потому что мы не знали, с чего начать свою работу.
до этого мы как бы не сталкивались с этим вопросом, да. Например, я работал сам в сфере ЖКХ и пришел на СЛЕК, там все вопросы решаются. Например, не только ЖКХ там вопросы стоят, но и социальные, но и сельское хозяйство, да, вот все вопросы стоят, а опыта как бы у меня не было. Поэтому вопросы появились, и на эти вопросы у нас ответов не было. Поэтому мы вот 10 человек собрались, организовали проект на СЛЕК, вот общественную организацию, и начали ходить по министерствам и ведомствам, с ними общаться, набираться опыта, чтобы реализовать свои планы, проекты в своем наследии. Также мы с ними отработали, то есть реализовали их тоже планы, да, идеи, чтобы развивать свой наслед. Вот. И именно вот это как бы нас толкнуло к этому, и мы сейчас вот хотим именно обучить новоизбранных глав именно муниципальной службе по полномочиям сельских, ну, глав сельских поселений по 131 федеральному закону, да, потому что самый рабочий документ, можно сказать, для главы наследия, вот этот федеральный закон. Также мы хотим, ну, обменяться опытом своими практиками, да, которые реализовали в своих наследиях, вот эти 10 глав, которые сейчас именно являются членами общественной организации. Также мы пригласили именно специалистов, которые работают в министерствах и ведомствах, главами наследов, да? Это Министерство сельского хозяйства мы пригласили. То есть курс в том числе будут читать и специалисты, да, профильные, да? Да. Ага. И пригласили мы с Министерства финансов, чтобы правильно распределили и формировали местный бюджет, да, наследия. Также мы пригласили Министерство жилищно-коммунального хозяйства по вопросам благоустройства территории и жилья, да. Также мы пригласили администрации главы и правительства по вопросу местного самоуправления. Также пригласили Министерство имущественных, да, земельных отношений. И в том числе вы своим же опытом, да, тоже также будете делиться. В том числе, да, мы будем рассказывать свой опыт, Елена, как мы реализовали. А кто может стать слушателем этой программы? То есть только главы? Только действующий или любой желающий может прийти и посетить эти курсы? Так, ну, основной акцент будем делать на главы, да, на новоизбранные. Но мы приглашаем и всех желающих, потому что есть люди, которые работают заместителями главы, тоже хотят обучиться, тоже хотят знать. Также специалисты тоже работают, да. И как я вот говорил, есть желающие, которые хотят участвовать в выборах в следующем году, в 2018 году. У нас тоже будут муниципальные выборы, да, в некоторых районах, улусах. Вот поэтому мы приглашаем всех желающих. Могут где будет приехать. Проходить? Будет проходить в селе Партизан Намского района, на базе школы партизанской, среднеобразовательной школы. А нужно ли для участия в этом проекте какие-то взносы вносить? Когда это сделать? Куда? Да. Заявку писать, может быть, нужно? По положению мы рассчитали, сколько необходимо, ну, вот, затраты у нас, как бы, да, и взнос сделали 2000 рублей. Угу. Ага, это на 2 дня. Туда входит проживание, питание, плюс еще раздаточные материалы. Ну и, как говорится, сам семинар.
да? Ну и практически опыт они как бы, вот эти все программы могут они получить там. Ну, очень много полезного. А по окончании курса какой-то документ? По окончанию курса мы хотим сертификат вручить. Также я вот хотел еще сказать насчет сертификатов. Да, у нас будет участвовать тоже высшая школа инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия. Вот они тоже свою лекцию сделают, да, и по окончанию этой лекции они тоже сертификаты должны выдавать о том, что они прошли вот эти курсы. Угу. Вот. А какие отзывы вы слышите уже от тех, кто прошел эти курсы? Ну, какие впечатления у людей? Да, вот у нас своя группа в WhatsApp, мессенджеры, и они очень хорошо отзываются, так как очень много молодых людей избрались. Ну, в процентном соотношении как бы у нас получается очень хороший результат. Это показатель, по этим, да, 15-20. Да, и также избрались именно вот депутаты наследственного совета. Вот они тоже прошли курсы, и сейчас они хотят работать именно вот на развитие своего наследия. И тот вклад, тот опыт, который они получили, да, сейчас они могут реализовать. Потому что, когда мы закончили, да, они приехали к себе на родину, на малую родину, и говорят, у нас, оказывается, такого нет, у нас, оказывается, ну, просто говоря, детской площадки даже нету, говорят. Вот как его реализовать? Вот такие вопросы, обмен опытом идет в этой группе. Ну, поэтому у нас как бы очень оптимистическое, можно сказать, да, сейчас настроение. И есть люди, которые вот после результатов этих выборов, те, которые прошли обучение еще в этом году, хотят в следующем году участвовать в выборах в своих наследях. Угу. У тех, которые вот в следующем году будут выборы. Да? Вот они заранее все спланировали, стратегически смотрят, как говорится, да, наши вот молодые ребята. И вот таким образом они, как правильно сказать, нужное. Спасибо, Илья Иванович. Большое вам спасибо за беседу. Угу. Нашим телезрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях был исполнительный директор общественной организации «Проект Наслег». В эти выходные пройдет школа глав. Будьте с нами в курсе событий. Всего вам доброго.